Вот так вот мы застряли в дороге в Потеряевку. Посмотри, вверх колесо поднимается. А, Лен, колесо вверх поднимается? Смотри. Оно не поднимается. Да я думаю, может, оно уже придется. Да, видео снимать? Да. Сохранение? Да. Копаем ямки, коврики подкладываем. Точнее, ямки закапываем. Ну что, будем пробовать? Ничего пробовать, она там чуть-чуть спичками. Сидит. Чего она? Ну тут немножко сидит, она все-таки хоть чуть-чуть, но сидит. А что пробовать? А что там подсунулось это? Под колесо-то. Как подсунешь? Вот здесь вот. А, то есть все там, да? Да, показывает из всяких качков. Вот не хватает одного сюда. Он приподнял. Не дури, там страдает, а вот в таком моменте они нужны как раз. Затоптал, а потом уже жать. А что толку? Сейчас мы опустим, она опять упадет. Уже темнеет. Что, мы здесь спать будем, да? Прошел. Надо еще что-то подложить. Час. Что нам достает? Ничего не достается. Все. 5-7. Как мы здесь уже стоим? Ну, попробуй покрутить еще. На МХАТ? Нет, тот кирпич надо принести. Мы, может, с этой стороны заведем хотя бы его туда. А как? Чуть-чуть подкопаем и заведем. Нет. Чего нет? Ну, он сильно широкий. Надо вот бревно хотя. Бревно еще нахер и бревно даст. Это дает площадку хорошую. Вот сюда площадка там будет. Такая, а ну не слишком. Сейчас коврик уберем, она там еще пространство поднимет. Да, да. А что она может эту, можно не подкопать чуть-чуть, чтобы не залезла туда. А, кирпич, на кирпич. Про этот я уже. Мама пошла за кирпичом. Сильная женщина. Ей приходится быть сильной, потому что никуда не денешься. Согласна. Так. Где она? Далеко еще? Где кирпичи? Она знает куда? Ну, ищет там. Ты именно такие же большие видела? Да.
пошли на подмогу. Кирпичики-то нелегкие. Что? Да лучше поковыряй там. Да, на брюхо села. Надо маме помочь. Да, это же. Машина села на брюхо. То есть тут он, бугор этот застрял. Сперва вон там, вон, покажи, вон, мы застряли. Сперва вон там стащила нас канал. Так вот бревнышки подкладывали. А что мы можем подложить, кроме? Кроме ничего. Ну, бревно мы сейчас вытащим, кирпич, бревно подложим. Здесь вот кусочек остался, вот он. Не могу расшевелить его. Может еще поддомкратить? Ну, домкрать только опаснее. А? Домкрать, но только смотри, чтобы он не соскользнул, ничего там. Видишь, он боком у нас немножко стоит.